Всем привет, вы на канале Мурмяу, и у нас уже 24-я глава «Собери осколки». Нам надо поспешить на место происшествия, что-то там ужасное произошло, и поскорее разобраться, что там, может кому-то нужна помощь. Кому интересно, усаживайся поудобнее и поехали смотреть. Ого, да тут авария. Еще и Нора. Нору спас какой-то мишка. Хорошо, что все живы. Только неизвестно, что там за водитель в машине был. Боб, никто не пострадал, что случилось? Сегодня день вывоза мусора, поэтому я катался по улицам и искал сокровища. Но потом через дорогу перебежала семья гусей, и теперь я тут. Что за это за место? Это что, машина Боба? Он водитель? Мой магазин, мои цветы, все пропало. Я знаю, Нора, кажется, что это конец света, но обещаю, все будет хорошо. Если все в порядке, нужно убедиться, что конструкция безопасна для окружающих. Так, убираем старый автомобиль из магазина Норы, так жалко. Я сдаюсь, очевидно, вселенная не хочет, чтобы я была счастлива. Потише, Нора. Что здесь произошло? Я готовилась к торжественному открытию моего цветочного магазина через 4 дня. А потом машина Боба превратила витрину моего магазина в зияющую дыру. Не паникуй, Нора, мы можем все исправить. Я и Мурмяу, и Талер, мы все поможем. Первым делом надо избавиться от машины. Да, там в принципе в магазине не особо ужасная обстановка, но цветы попадали. А это товар, а товар это деньги. Этот шаг в правильном направлении, но ты правда думаешь, что мы сможем устроить торжественное открытие? Нет, Нора, я уверена в этом. Так, дальше нам надо убираться. Конечно же, уборочка. Вот, смотрите, идет тут мишка. А мне можно уже забрать машину? Ты серьезно? Она разбита в хлам, Боб. Если ты не ранен, можешь помочь восстановить цветочный магазин Норы. И следите за моими садовыми инструментами, они мне очень нужны, только попробуй их тут найти. Я проверю структуру здания, Боб, тебе лучше отправиться в больницу. Наверняка у них будет марля до моей коллекции. Да, Боб реально барахольщик, и такую машину себе насобирал, получается. О, заметила на этого медведя. А чё он убегает? Он же ее спас. Почему ты кричишь на медведя? После того, как машина Боба въехала в магазин, он провел меня через дым и помог выбраться из магазина. Я только хотела сказать... Неважно, похоже, он не хочет быть в центре внимания. Молчаливый герой, значит. Интересно. И у нас теперь почистить пол. Чинить даже его. Ух ты. Что там со структурой, Талер? Я не инспектор, но кажется, что все в порядке. Узнаем наверняка, когда вы начнете ремонт. Это отличная новость. Лучше некуда. Давай начнем с ремонта пола и посмотрим, что из этого получится. Ага, меняем пол, полная замена, отлично. Вот этот красивый мрамор. Сразу как светло стало, согласитесь. И, как всегда, новые коврики, без ковриков никуда. Нора, как тебе новый пол? Достаточно хорош, чтобы клиенты вытирали ноги перед входом, как-то так. К
Кстати, о вытирании ног. Надо бы положить здесь коврик. Может быть, следующая машина, которая проедет мимо, потрет шины перед тем, как врезаться? Тайлер. Извините, слишком рано, да? Ну да, не особо уместная шутка была. Больше нам в Рязани тут не нужны. Дальше у нас по списку, ух ты, витрину убирать надо будет. Короче, убирать все вот эти все прилавочки, чистоту полнейшую делать. Начинаем с полного ноля. Это самое трудное в моей работе, видеть, как с хорошими людьми происходит что-то плохое. И так мечтал открыть магазин, а теперь мне хочется все бросить. Я восхищаюсь тем, что вы решили сделать все самостоятельно. Я знала, что ты и Мурмял заняты помощью жителям, и тем не менее вы здесь. Дальше убираем следующую часть витрины, потом будем ставить новую мебель. Она тут сейчас ни к чему. Тайлер, это прозвучит странно, но ты случайно не видел кто-нибудь в костюме медведя? Видел, он был на месте происшествия раньше меня. Он вытащил Боба из машины, а Нору отвел в безопасное место. Если я увижу его снова, то обязательно поблагодарю за помощь. Похоже, у тебя есть ангел-хранитель Нора. Или у нас есть маньяк в костюме медведя. О, теперь мы ставим новые витринки. Хотя хотелось бы убрать то все старое. Почему тут хлам остался, а новое уже предлагают нам? Вот это красивый цвет. Ты довольна, Нора? Да, это восхитительно. Может, я смогу стать на витрине и брать с людей деньги за показ неудавшегося флориста? Я знаю, что сейчас все это кажется ужасным, но Пейдж и Мурмяу справятся. Все равно мне продавать нечего, даже инструментов нет. Так, поплакали немножко, теперь давай вторую часть витрины тебе установим. Выберем такой же цвет. Вот бы поскорее увидеть витрину в твоих цветах, Нора. Согласна. Что толку от флориста без цветов? Понимаю, это как пожарный без топора, верно? Тебя определяет не твой топор, Тайлер, тебя и Нору определяют ваши поступки. Даже без топора ты останешься очаровательным другом животных, который хочет для города самого лучшего. Ух, это действительно много значит для меня, Пейдж, спасибо. Эй, Нора, кажется, тебе пришла посылка. Помочь открыть? Побереги силы, Тайлер, сама справлюсь. На ней записка «В помощь при возрождении» и подпись «БЧМ». Смотрите, новые садовые инструменты, причем отличные. Как мило, хотела бы я знать, кого благодарить. БЧМ, имя Боба начинается на букву «Б». Какая у Боба фамилия? Это одна из величайших тайн этого города. Довольно такая миленькая подарочек, посылочка вышла. Все, что ей нужно, инструментики. А теперь обостраиваем тут витрину цветочную. Выберем такие персиково-оранжевые цветы. Красиво в этой стороне будет смотреться. Я только что понял, что никогда не спрашивала тебя об этом. Какие у тебя любимые цветы? Сейчас у меня, скажем так, фаза нарциссов. Что вполне уместно, ведь они символизируют возрождение. Теперь на второй витрине размещаем наши цветочки. Я думаю, там возьмем мы другой какой-то цвет. К примеру, вот фиолетовые. Скажи, Пейдж, а какие твои любимые цветы?
Я всегда была неравнодушна к георгинам. К сожалению, они заставляют меня чихать. У тебя, наверное, аллергия. Между прочим, георгины символизируют настойчивость. О, тогда у меня точно на них аллергия. Мы должны поговорить с Бобом. А, он как раз пришел, смотрите. Привет, привет. Ну что, можно еще спасти положение? Мы работаем над этим. Да, слушай, Боб, спасибо за инструменты. Это было мило с твоей стороны. Какие инструменты? Кто-нибудь из вас видел здесь руль? Стоп, ты не БЧМ? Тогда я беру свои слова обратно. И нет, я не видел никакого дурацкого руля. Так, теперь у нас какая-то с Мишкой будет происшествие. Я смотрел на конструкции, думал, что она надежна. Только ты будь осторожна, Пейдж. Спасибо, что так быстро пришел, Талер. Обещаю, мы будем крайне осторожны. Ладно, мне пора обратно на станцию. Но если у тебя что-нибудь понадобится, буквально что угодно, ты только скажи. Спасибо за помощь, Талер. Ты лучше. Если кому интересно, я буду в мастерской. Даже не надейся, Боб. Спасибо, что не растерялся. Я у тебя в долгу. Интересно, кто ж там под этим Мишкой прячется-то, а? Ты настоящий герой. Ты это знаешь? Угу. Такой скромный. Все, занимаемся мы дальше нашей витриной. Убираем полностью этот весь хлам отсюда. Ага, это еще не полностью, еще какая-то часть должна быть. Итак, если посылку оставил не Боб, а кто? Это вполне в духе Талера. Но он все время был с нами. Вот так загадка. О, как всегда, опять коврики. Мы же там еще полностью хлам не убрали, так что новый коврик в центре нашего магазина. Прям центральная часть. Как необычно, мурмял я в восторге. Мысль о торжественном открытии уже не так пугает. Да, но до этого еще далеко. И у енотов еще куча времени устроить тут хаос. Тихо, не сглазь, они могут подслушать. И у нас тут дальше... О, наконец-то новые витрины с цветочками. А, это центральная такая. Типа островка. Ну, вот это прикольно, необычно. Откуда ты так много знаешь о цветочной символике? Научилась потихоньку за годы. Это очень интересно. Возьмем, к примеру, лилии и хризантемы. Обычно они считаются похоронными цветами. Но в паре они символизируют красоту и стойкость. Ого, вот это действительно любопытный факт. Добавить подборку цветов. Ух ты, значит мы будем сейчас на самую центральную вот эту вот витрину ставить новую цветочную композицию. Класс, как красиво. Я думаю возьмем желтый, не такие как у тебя были два цвета, другой. Совсем будет другой у нас. А что символизирует эта пара цветов? Ничего конкретного, но это не страшно. Некоторые цветы просто хорошо смотрятся вместе. Не могу не согласиться. Хотя мне нравится искать скрытые мысли. Иногда достаточно просто насладиться красотой. Так, какой-то тут идет сюрприз от Боба. Что он там уже опять придумал? Я кое-что принес Нори, чтобы загладить вину. Так, это будет интересно. Ну, Боб, показывай свои извинения. Гном?
Садовый гном, немного домашнего компоста и толкушка. Боб, ты взял то, что первое под руку попало. Как не стыдно, это ценные вещи. Я еще искуплю свою вину, Нора. Все, обидели Боба. Как-то даже его жалковато. Он пришел так извиняться, они взяли его, унизили. И по сути прогнали. Сделаем такую, наверное, нейтральную нишу, без всяких вот этих плиточек. А это для чего? Я подумала, что это отличное место для красивого букета. Это идеальный способ продемонстрировать свои безумные навыки. Это что-то есть. Значит, дальше мы идем на поклейку новых обоев. Будем всю стену наконец-то заклеивать, ту грязную, страшную. О, сразу смотрите, как хорошо становится. Какой бы выбрать? Светленькая, думаю. Зеленая под наш остров не надо. Сильно в глазах темно. Ну что, это интереснее, чем оформлять цветочный магазин в первый раз. В этот раз я была совсем одна, так что теперь гораздо веселей. Да, мы ей сделали магазин намного круче, чем было у нее до. Согласитесь. Не помню, чтобы здесь был руль. А это его искал Боб. Странно, он вещи коллекционирует. В последнее время Зури часто наведывается к нему, чтобы купить всякие мелочи для своих новых проектов. Недавно она выпустила целую коллекцию одежды под маркой Second Hand Chic. Теперь устанавливаем наши стойки регистрации. Тоже такую какую-то бы выбрать. Наверное, в цвет предыдущих стоечек. Как у тебя растения так быстро росли до аварии? Ты использовал ЗУ растения? Удивительно, с чего можно добиться с помощью ЗУ растений и странной грязи из двора Хорхе? Какое любезно со стороны Хорхе продать тебе свою мутантную грязь. Мы обменялись, я помогла ему развести гигантский перец чили. Так, остается у нас ниши добавить в эти вот арочки красивые. Тоже берем под цвет нашей витрины. Как думаешь, кто будет основным покупателем цветов? Наверное, парни, которые хотят извиниться. Я думала, свадьбы. А, точно, свадьбы. Она сама не знает, кто там у нее должен где цветы покупать. Кто будет, тут будет. Главное, чтобы покупали. Ну, конечно же, для администратора продавца ставим ноутбук и красивые цветочки украшения ее стойки. Надеюсь, Талер и Боб простят меня. Я им немного нагрубила. Посмотри на свой магазин, Нора. Всем понятно, какой это стресс. Надеюсь, ты права. Не хотелось бы потерять друзей из-за этого. Я бы не волновалась. Мне кажется, это сообщество так легко не рассорить. А теперь размещаем цветы в нише. Ух ты. Ого, смотри, какие большие букеты тут будут. Я думаю, первым ставим лисенка с розовыми такими цветочками. Очень красиво смотрится. Ты не думала использовать для украшения тюльпаны? И их все любят. Люди думают, что тюльпаны означают только любовь. Но это не так. Они также символизируют дружбу. Я и не догадалась. Ты могла бы подарить букет тюльпанов Талеру или Энце, ну когда определишься с выбором. И во вторую нишу тоже ставим какие-то интересные цветочки. Я думаю, поставим вот эту вот голову с фиолетовыми цветами. Тоже прикольная такая композиция.
Мой магазин не только для тех, кому нужны красивые цветы. Это правда? Да, но есть и практическое применение. Например, Талер может прийти и купить алоэ. Алоэ отлично лечит ожоги. О, смотрите, Энца к нам пришел. Ого, вы только взгляните на это место. Это произведение искусства, шедевр. Мы еще не закончили, Энца. Ой, прошу прощения, я понимаю потребность в творческих решениях. Кстати говоря, вам нужна новая вывеска, так? Я становлюсь предсказуемой. Ну, конечно, пусть нам теперь Энца рисует новую вывеску. Чтобы сделать идеальную вывеску, нужно сначала понять цветок. Я должен стать цветком. Я готов, выращивай меня. Не уверена, что здесь происходит. Тогда смотри. Как это может помочь? Просто нужно немного воды. К счастью, Энца лучше выглядит мокрым. Осталось только подрезать. Да, мокрый в болоте весь. Он стал цветком. Лотос растет в мутной воде, но поднимается из нее девственно чистым. Он олицетворяет стойкость к невзгодам. Я знаю, что нужно нарисовать. Ого, это реально сработало. Так, теперь ставим основную вывеску нашего магазина. Ну, понятно, должен же быть какой-то бренд. Вместе работа спорится. Слушай, Энца, как продвигается работа над новым логотипом? Подобно разнообразию цветов в природе, у меня есть множество вариантов. То есть, еще не готово? Да, еще не готово, но уже скоро. Ну давай, Энца, рисуй новый логотип, нам аж интересно, что там придумал. Позвольте представить вам мой новый гениальный логотип. Девчонкам, я смотрю, понравилось. А мне кажется, сильно ярко. Плохо видно вот эти всякие рисуночки мелкие. Ух ты, потрясающе. Пейдж, ты согласна, что это потрясающе? Он идеален, Энца. Спасибо, что снова поделился с нами своим талантом. Ох, прямо в сердечко. И у нас тут освещение. Даже украшение цветочками будет. Ну давай. То, чего как раз нам таки не хватало. Всякие миленькие лампочки вешаем. Какие замечательные лампы, Мурмяу. Эти лампы полного спектра. Они помогут растениям расти. Мурмяу действительно знает, что выбрать. Сколько бы цветов ни было, мое искусство рождается во тьме. И давайте переходим к последним штрихам этого магазина. Тропические растения размещаем. Такие украшения, пальмочки. О, вот это прикольное. Вот это вот что-то необычное. Какая красота! Уверена, что эти растения приносят сладкие, аппетитные плоды. Знаете, кто еще сладкий и аппетитный? Да-да-да, мы в курсе, Энца. А вот я бы хотела услышать в ответ. Как всегда, постукал ее по голове. Мы все поняли. И без лишних слов. Я пойду за дверью мир вдохновения. Он манит меня. Звоните в любое время. О, кто-то звонит Норе. О, нет, только не он. Кто это, Нора?
Это рот звонит, фу. Ну так отвечай на звонок, что-то он хочет, просто так бы он не звонил. Чего тебе надо, рот? Всегда приятно слышать твой веселый голос, Нора. Слушай, до меня дошли ужасные известия о твоем магазине, я поэтому и звоню. Хочу профинансировать ваш неожиданный ремонт. Чую, здесь есть подвох. Конечно, есть. Все, о чем я прошу, это замолвить словечко перед Зури. Я ведь теперь другой человек. Нет, ни в каких обстоятельствах, ни в коем случае. Если передумаешь, я буду на связи. А пока удачи с ремонтом. Пока. Рот, урод. Что случилось? Все будет не так просто, как мы думали, Пейдж. Талер, что ты до сих пор сделаешь? Это был плохой день, Пейдж. Такие происшествия — это просто ужас. Если бы мне не удалось добраться сюда так быстро, кто-то мог пострадать или еще хуже. Но ты добрался, ты помог людям, не будь так строг к себе. Да, ты права, я не должен брать на себя вину. Такого хорошего слушателя, как ты, Пейдж, не просто так откопать. И получается, заканчивается наша 24 глава. Получаем, как всегда, милые подарочки. Счастье на 88% поднялось. Что тут Нора делает? Доброе утро, Нора. Какой чудесный букет. И не говори. Кто подарил? Хотела бы я знать, учитывая, что такое сочетание цветов означает опасность или даже смерть. Ого, это как-то слишком, не находишь? Может, стоит прочитать записку, прежде чем делать такие мрачные выводы? Может, тут написано... У тебя ничего не выйдет, а остальное оторвано. Это рот, нутром чую, либо вселенная шлет мне знак, что все же не стоит открывать цветочный магазин. Я думаю, все мы разберемся в следующей главе. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша Мурмяу.